Хорошо, пишем. Алексей Владимирович Немков, герой Советского Союза. Алексей Владимирович родился в 1919 году в Джанкое. Военную службу начал красноармейцем в Московском военно-техническом училище НКВД. В 1941 году был назначен заместителем политрука роты боевого обеспечения училища, которое затем вошло в состав 2-й мотострелковой дивизии НКВД и выполняло боевую задачу по обороне Москвы. В боях при обороне столицы сражался как политрук роты, был контужен и вместе с училищем эвакуирован в Новосибирск. В ноябре 1942 года был назначен политруком роты Сибирской стрелковой дивизии НКВД, в составе которой воевал на западном участке северного фаса Курской дуги. Был ранен. После госпиталя окончил курсы командиров рот Центрального фронта. С января 1944 года воевал в составе 118-го гвардейского стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии, командовал стрелковой ротой. В феврале 1945 года был назначен заместителем командира батальона того же полка. Пишем. 20 апреля 1945 года Немков во главе штурмовой группы на лодках под сильным огнем врага преодолел реку Одер у поселка Кальбицев в Польше. Высадившись на берег, он первым ворвался в траншею врага, заменил выбывшего из строя командира и организовал оборону захваченного плацдарма. Был ранен, но не покинул поле боя. В течение 4 дней его батальон удерживал плацдарм и бил по врагу. День победы Алексей Владимирович встретил уже в госпитале. За образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии капитану Алексею Немкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Прекрасно. Все, давайте второй, четвертый.